Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Цимбалюк Романовская добивает Джигарханяна своими откровениями. В телешоу «Новые русские сенсации» на канале НТВ Елена Ксенофонтова заявила, что в свое время ей пришлось покинуть театр Джигарханяна из-за того, что Виталина, заняв кресло директора, в театре начала выживать актрису с работы. Ей была объявлена война. По словам артистки, Цимбалюк Романовская так перекроила ее роль, что на сцену выходить стало стыдно. Ксенофонтова добавила, что вслед за ней были вынуждены написать заявление об уходе еще несколько талантливых актеров. «Если бы я тогда вовремя не ушла, меня бы ушли и сделали это омерзительно», сообщила Елена телевизионщикам. Пианистка же поспешила опровергнуть слова звезды. Худрук театра был недоволен Ксенофонтовой. Экс-супруга Джигарханяна даже процитировала его слова. «Очень средняя актриса. 2-3 штампа, не более». Цимбалюк Романовская сообщила, что Ксенофонтова за спиной у Джигарханяна устроила 2 бенефиса. Если же проверить бухгалтерию техпремьер, возможно обнаружение незаконных бюджетных растрат при предыдущих директорах. Джигарханян же ни на одной премьере не присутствовал. Пианистка также рассказала, что когда Армен Борисович в очередной раз был госпитализирован, Елена пыталась выступить в качестве режиссера. Он слег в больницу. Оттуда позвонил режиссеру и сказал: «Отменяйте премьеру, а в следующую дату вместо актрисы Ксенофонтовой будет играть актриса Мухина», поведала Цимбалюк Романовская. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!